Что ж, есть еще две формы частного откровения, которые нам следует знать. И первое — это сам Иисус Христос, воплощенный Бог, Иисус Христос. Что ж, вы, может, подумайте про себя, что Библия является самой полной формой, самой законченной формой частного откровения. И на самом деле Библия крайне важна, но в самом Писании говорится о том, что воплощенное Слово, Иисус Христос, это самое полное откровение о Боге, посланное Богом. И если вы задумаетесь, то поймете, что на самом деле это так, потому что Иисус на 100% Бог, да, Он на 100% человек, но Он и Бог. Поэтому самое полное откровение, которое у нас есть, это воплощенный Иисус Христос. И вот несколько мест из Писания в подтверждение этого, что Иисус действительно является собой Бога, и что Он самое полное откровение о Боге, который у нас есть. И вот текст из Нового Завета. Матфея 11, 27. Иисус говорит, что все, что Он делает и говорит, являет Отца. Затем есть несколько текстов в Евангелии от Иоанна. Иоанна 1, 14. Иоанн говорит, что Слово, которое было у Бога и которое было Бог, стало плотью. И он пишет, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Что ж, нету другой информации, другого источника информации, нету другого индивидуума, который являет Бога так же полно, как и Иисус Христос. Нет никого, кого можно было назвать единородным от Отца. И далее, через несколько стихов в первой главе от Иоанна, стих 18, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Что ж, слово, которое во многих английских переводах переведено как «явил», на самом деле является греческим словом, которое произносится так, «эксегекомай». И вы здесь можете видеть, когда посмотрите на это слово, что это то слово, от которого происходит наше слово «экзегетика». И основной смысл этого слова в том, чтобы вести кого-то к чему-то, и приставка «и» означает «вести из откуда-то», то есть извлекать некий смысл. И, к примеру, занимаясь экзегетикой какого-то текста Писания, мы извлекаем значение текста. И то, что Иоанн говорит об Иисусе, это то, что, по сути, Иисус Христос — это, если вы хотите, экзегет Бога для этого мира. Он являет истину о Боге для этого мира. И поэтому, несмотря на то, что никто никогда Бога не видел в Его нематериальном образе, в Его присутствии, тем не менее, Иисус знает Его, и Он явил нам Его. Он извлек истину о Нем для этого мира. Затем далее в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 9 стих. Здесь описан один из множества эпизодов, когда ученики Иисуса, слушатели Иисуса задавали Ему вопрос, «Ну, если это действительно от Бога, покажи нам Отца, расскажи нам о Нем, чтобы мы увидели, что Ты действительно тот, кем Себя считаешь». И Иисус отвечает, «Видевший Меня, видел Отца».
И затем Иисус уже задает им вопрос, «Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Если вы видели Меня, то вы знаете то, что вам нужно знать об Отце. Но как это может быть истина, если Иисус не Бог? Поэтому либо Он лунатик и богохульник, и, конечно, ни то, ни другое неверно, либо Он воистину Бог, и то, что Он говорит, на самом деле истина. И мы с вами знаем, что именно так и было, что Иисус — это Бог, который явил нам Отца. Еще несколько текстов из посланий. И опять же я хочу сказать о том, что список текстов не исчерпывающий, это лишь примеры, выбранные мной по этой теме. Колоссянам 1 глава 15 стих. Здесь говорится о том, что Иисус есть образ Бога невидимого. И слово, которое переведено здесь как «образ», имеет следующее значение — точное отображение, полное совпадение с первоисточником, абсолютно полная его передача. Затем послание к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Я не знаю, как можно сказать это еще яснее, чем это сделал Павел. Павел пишет, «Ибо в Нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Итак, Иисус Христос, Бога-человек, стопроцентный Бог в теле человека. И также апостол Павел, когда пишет Тимофею, послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, пишет, что Бог явился во плоти, и понятно, что он подразумевает Иисуса Христа. Есть еще один текст, который имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим, что Иисус Христос — это самая полная форма откровения Бога о себе. Это послание к евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. И вы помните, как автор начинает, он говорит о том, что Бог издревле говорил о себе через пророков и делал это многократно и многообразно. И затем он пишет, что в последние дни сии, и я думаю, вы увидите, что все толкователи единодушны, что речь идет не о конце света, а о тех последних днях, когда Бог явил Себя в Иисусе Христе. В последние дни сии говорил нам в Сыне. И затем автор продолжает и говорит о величии и могуществе Иисуса Христа. Итак, Бог открывал Себя многократно и многообразно через пророков Ветхого Завета, но ныне Он явил Себя нам в Сыне. И, наконец, последняя форма частного откровения — это Писание. И, конечно, Писание включает в себя описание различных других форм и видов откровения. К примеру, мы говорили с вами уже о видениях, в которых Бог являл Себя людям. Мы говорили о снах, в которых Бог делал то же самое, или случаи, когда Бог напрямую обращался к какому-то человеку или группе людей. Как бы мы могли обо всем этом знать, если бы у нас не было Библии? Поэтому Библия, если хотите, содержит описание многих других случаев, когда Бог являет Себя людям. Но Библия также содержит в себе информацию, которую Бог открывает автору Писания и напрямую обращается к нам. И мы не знаем, как это происходило, в видении или во сне, или Бог напрямую говорил автору Писания. Может, так и было, но нам об этом не говорится. Автор лишь пишет то, что нам нужно знать. Что я хочу сказать? Что в Библии записаны разные
форм откровений. В ней описаны различные случаи, различные формы, как Бог являл Себя людям. В ней говорится о чудесах, в ней говорится об Иисусе Христе. Но те тексты, которые описывают случаи откровения, сами по себе являются откровением для нас. И дело не просто в том, что Библия отличается от других книг и указывает на то, что само является откровением, как, например, видение или сны. Мы читаем в Библии о видениях, о снах, о чудесах, но она сама по себе, сама Библия является формой частного откровения. И часть Библии — это историческое повествование. Мы читаем о жизни израильского народа, о жизни и делах апостолов. Часть Библии — это доктринальные и практические наставления. Часть — это поэзия, хвала в адрес Бога. В Библии содержится много разных книг, но все они представляют собой божественное откровение. И как следствие, Библия целиком представляет собой особенную форму частного откровения. Она не являет Бога полнее, чем воплощенный Иисус Христос. Но если вы хотите узнать об Иисусе Христе, то вам придется изучать Писание, потому что в Писании записано очень многое о Нем. Что ж, позвольте мне остановиться, прежде чем мы пойдем далее, и позволить вам задать вопросы по формам частного откровения, и затем мы перейдем к другой доктрине, доктрине Богодухновенности. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вопрос или замечание? Да, пожалуйста. А явление ангелов в Новом Завете — это откровение? Что ж, это может быть откровением. Есть несколько случаев, и мы о них говорили, когда ангел являлся и что-то доносил до людей. Если вы имеете в виду сцены из книги «Откровения», к примеру, где описывается картина неба и сонмы ангелов, прославляющих Бога, что ж, сама информация о том, что такое происходило, является откровением. Но прославление ангелов пред лицом Бога само по себе не является откровением для нас. Я правильно понял ваш вопрос, то, что вы хотели узнать? А ангел Господень в Ветхом Завете? Да. После того, как Иисус Христос пришел и воплотился, мы читаем о явлении ангела Господня в Новом Завете. Это тоже Господь Иисус? Что ж, в Новом Завете, я думаю, вы не найдете упоминания о явлении ангела, который зовется ангелом Господним. Конечно, много ангелов послано Богом и в Новом Завете, но эти ангелы, они не отождествляются с тем особым ангелом, ангелом Господним, о котором мы читаем в Ветхом Завете. И я думаю, что вы обнаружите, что все богословы сходятся во мнении о том, что после воплощения Иисуса Христа мы уже не встречаем ангела Господня ни в Новом Завете, ни где-либо в истории. Хотя я думаю, если бы Иисус решил явить Себя кому-то или какому-то племени где-то в мире, то я думаю, он смог бы это сделать, если бы захотел. Но после воплощения об Иисусе мы всегда читаем как о Бога-человеке, Иисусе Христе. Хороший вопрос. А вот скажите, пожалуйста, есть ли случаи теофании после пришествия Иисуса Христа?
Что ж, конечно, они могут быть, так же, как все еще могут быть видения и сны. Но суть вот в чем. Сейчас, когда у нас есть откровение Нового Завета, когда у нас есть Библия, и откровение о Боге теперь доступно в этой форме, и Библия становится все более и более доступной в этом мире, и все большее количество людей может иметь Библию. Тем не менее, как мы уже говорили недавно о том, что есть еще места, где люди никогда не видели Библии и не встречались с миссионером. И они пытаются по-своему прославлять Бога. Поэтому вполне возможно то, что Бог может явиться им, либо во сне, или, может быть, не во сне, а в видении, как ангел Господень. В Новом Завете мы не читаем ни о чем подобном, что что-либо подобное происходило, но это не означает того, что это невозможно. Что ж, хорошо, это все хорошие вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.